Адам изготовлен творцом из праха земного. В него входило за 57 веков много злого. Проклинает и благословляет слово смертоносного яда, исполненный язык любого. Реплика жены Иова: ты все еще твердый в непорочности твоей. Однако погибло все наследие. Зачем родила на погибель я детей? Лютая проказа от головы до самых ног. Произнеси хульное слово, чтобы истребил тебя скорее Бог. Кроткий язык — это жизнь и древо. Кротким ответом управляется желание гнева. Семь сыновей первосвященника по имени Скева в роли заклинателей от злого духа бежали ноги, кто направо, кто налево. Уста их мягче масла, слова нежнее, чем елей. Это люди кровожадные, с коварными не проживут и половины своих дней. Кровь его на нас, на головах наших детей. И да будет распят этот праведник, распни его скорее. За эти фразы наказаны не один иудей. Антисемитами гонимый, ненавидимый еврей. Ощущает небо над собою медью, землю под ногами железом. Силу притеснения со стороны незваного народа. Засуху в период урожая, ржавчину в любое время года. Разнообразные болезни, безобразные проклятия. Пришельцы наглые, что посреди тебя, намного выше тебя. Они не смогут отступить, доколе полностью не истребят. Они глава над тобою, цель производить гнет. Что посеет человек, то и пожнет. Израильский военачальник произносит обещание: если Господь предаст аммонитян на поражение, что выйдет из ворот моего дома, вознесу во все сожжения. Одна единственная дочь в жертву во имя храброго решения. От умножения забот люди видят много снов. Голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, исполнять его немедли. Он не благоволит глупому, что обещал, исполни. Словом Господа сотворены небеса. Вместил в меру прах земли, взвесил горы на весах. Язык не может укротить из людей никто. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Язык не может укротить из людей никто. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда.